Я вот вообще, знаете, как считаю? Что сейчас очень сложно найти нормальные продукты. Ну вот серьезно, ребят, все, что по цене доступно, все деревянное. А все, что вкусно, ну, стоит, мама, добрый вечер. BMW люблю. У него в фарах как будто душа есть. Как будто твой друг на тебя смотрит. А вы же вот по телефону говорили, что тут молодая пара будет жить. А чё, мне 32. Люцику 2,5. Так, все, короче, мы не можем сдать вам квартиру. Извините, пожалуйста. Извините. Это все из-за того, что Люцика вырвала мышатами на ваши ботинки? Ну, в основном. Да, в том числе. Да, в основном, да. Уходите, пожалуйста, и динозавра своего забирайте, вот этого. Ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Крышку с водой тоже. Ага. Это джин. Давайте. Катя, ты, может, тоже поучаствуешь в сдаче нашей квартиры, ну, а? Ну, я участвую. Ну, ты вот открыла дверь, видишь, что он с Годзиллой в руках стоит. Ну, закрой, не пускай его сюда. Миш, если мы от всех психов отворачиваться будем, мы вообще никогда жильца не найдем. Катя, вот это все твои друзья, вот эти вонючие, виноваты. Ой, Прудниковы сдают две квартиры в Москве и живут целый год на Бали безбедно. Пьют разноцветные коктейли, ездят на мопеде за продуктами в этих ублюдских касках. Что вообще за мечта современного дебила? Сдавать в Москве квартиру, чтобы переехать в страну победнее. Ходить там ферзем в белых туфлях. Миш, сядь. Тебе нужно расслабиться. Смотри, я знаю, почему так. Ты такой токсик, потому что вот эта Москва темнючая, она всю радость из нас высасывает. А когда мы с тобой туда переедем, вообще все по-другому будет. Мы так близко от океана домик снимем, что черепашки, крабики и дельфинчики каждый вечер будут смотреть, как мы с тобой матершинно трахаемся. Да. У нас все уже готово. Билеты куплены, чемоданы собраны. Сейчас жильца найдем и все. А входите! Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав. Здравствуйте, очень приятно. Да. Да. Вот, пожалуйста, вот наше жилище. Так, уютное. Раз кровать, два кровать, три кровать. А вы один будете жить? Конечно, я очень одинокий человек. 7 кровать, 8 кровать, 9 кровать. Это, а ты откуда вообще родом, брат? Аргентина. Соседний аул, где Месси родился. 26 кровать, 27 кровать. А, смотрите, кровать. Давайте вам расскажу. Вот тут у нас кухонька, а вот тут санузел, душ, унитаз. 28 кровать. О, унитаз, бедолага, держись, держись, братан. Так, все, мне понятно, тоже нет. Ничего кровать. Не получится, нет, мы не сдадим вам квартиру. Подождите, я уже мебель расставил. Я все обратно расставлю, давайте, пожалуйста. Уходи. Ходи, оборачивайся теперь. Да, да. Криштиану Роналду лучше. Кать, ну мы не сдадим ее никогда, я тебе почему? Серьезно говорю. Почему? Ну потому что у всех адекватных уже все есть давно. Да подожди еще. Да-да, входите. Здравствуйте. 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 Меня зовут Григорий. Мне понравилась ваша квартира. Прекрасно. Да. Посмотрите, проходите. Ну, немного о себе, да. Я работаю в IT-сфере. Могу работать с любой точки планеты, но вот выбрал именно вашу однушку, да. Платить буду всегда вовремя. Никаких гостей, никаких друзей. 2000%, что ни одна девушка не переступит порог этой квартиры, да. Из вредных привычек, ну, колоссальное количество энергетических напитков. Миша, это бинго, надо оформлять. Да. Ну, похоже на то. Да. Гриша, а вот еще вопрос. А вы очень часто мастурбируете? Конечно, конечно. Пошел вон. Миша, ты чего? Ну и ладно, ну и пусть. Как это ладно? Как? Мы с тобой через год приедем, а у нас над компьютером 2-метровый белый сталактит свисает. Ну так и что? В чем проблема? Просто швабра его... Фу! Фу! Иди отсюда! Да вы его в ванну положите, он растает. Да ты еще раз фу! Миш, ты что наделал? Ну блин, нормальный вариант был. Я, может, тебе секрет открою, но ты знаешь, на съемных квартирах все рукоблудят. Да, даже мы с тобой, когда на съемной жили, тоже этим занимались, и ничего. Так, в это вообще не лезь. Это чисто мужское правило. Одна рука, одна квартира. Все, вопрос решенный. Ну, потом не жалуйся, что долго не можем найти никого. Да-да, входите.
Здравствуйте. Вы квартиру смотреть? Проходите. Миш, к нам как будто молодая баба-яга пришла квартиру искать, да? Все ли нравится, все ли устраивает? Деньги можно на карту скидывать. Счетчики в Телеграм, если удобно. Ну, в общем, вот эта гостиная, вот кухня, там санузел. Вы один будете снимать? А можете, пожалуйста, еще не быть таким жутким? А то во мне 120 килограмм, я боюсь, как четырехклассник сейчас. Ну, вы хоть что-нибудь скажите нам, будете снимать или нет? Мы сейчас с ума сойдем. Не будете? А почему пришли тогда? А я ваш сосед снизу. Я ж просил не шуметь. Вот вы Кораблева Федора не послушали, а Кораблев Федоров решает все проблемы одинаково. Обсать. Шумите, обсать. Самокатчик на ногу наехал. Обсать. Права закончились. Обсать. Проблемы с простатой. Обсать с паузами. Всего доброго. Да, до свидания. Надо, наверное, 1005 скинуть с цены квартиры. Или что, сполоснешь раковину? Миш, ты вообще что ли? Здравствуйте, меня зовут Тимур. Здрасте. Я приехал из Ярославля. Уже полгода не могу снять квартиру в Москве, эту долбанную. Реально сплю в парке, моюсь от трактора, который асфальт шампунькой поливает. Думаете, я бедный? Я не бедный, просто все хозяева квартир в Москве долбанутые! А ты чё выпилился, носорог? Вы что тут везде камер понатыкали и будете потом наблюдать, как я в ванной печку намыливаю? Да вы задолбали меня все! Я просто хочу сдать эту квартиру! Тогда я хочу ее снять! Так на тогда, подписывай документы! Давай! Вот тебе раз. Все, сдали, Катя, поехали. Да? Хата моя? Только это, мужик, будешь сюда баб водить, пожалуйста, не жахайтесь, а. Смотрите просто кино, я все-таки рос в этой квартире. Понял. До свидания. Да. Алло? Ребята, все получилось, они уехали, заходите. Соседушка, здорово. О. Это Люцик, его рвет во все стороны всегда. Да. Че, вы же не против еще 90 соседей, а? 367 рублей с человека за место. Я не против, только пусть они все время в шлепках ходят, пол липкий будет. Все, решил. Но вы же шуметь не будете? Без меня. Нет! На мопеде за продуктами в ублюдских касках ездят. Что за мечта это, придурка какого? Что за мечта современного дебила? Сдавать квартиру, чтобы потом в стране... Блядь, да что ты? Что вообще за мечта современного дебила такая? Сдавать в Москве квартиру, чтобы переехать в страну победнее. Чтоб там ферзем ходить в белых туфлях. Миш, Че? Понатыкали тут камер везде и будете смотреть, как я в ванной... Не делай так. А в чем подвох? Понатыкали везде камер и будете смотреть, как я в ванной. Я,
Я не буду прикасаться. Вот так я тут, хорошо, хотя давай. Бы в глаза ему да. не смотри. Это второй вариант куда. А в чем подвох? Понатыкали тут камеры, будете дистанционно наблюдать, как я здесь в ванной... Русский, что? Русский. А я американец. В новом сезоне. Родословно наше. Одни загадки. А химзащита нафига? Батю эксгумирую. Узнаю, насколько он мне батя. Саня Кучин докопается таки до истины. Ну здравствуй, папа. И до любого. Спасай, убьет! Кто встанет у него на пути. Кученых на планете 12 тысяч человек ровно. Да, и все они в этой папке. Готов купить. Цена вопроса. 3000. А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец. Тогда в долларах. «Патриот». Новый сезон. С 13 февраля в 8 вечера. Найду. Слово сына. На ТНТ.